У области наближается до завершения первый кол шматгадовых травм. Господарками в области скошены 188 тысяч гектаров. Задание первого укоса уже выполнили у 5 районах области – Белынецкий, Бобруйский, Климовицкий, Костюковицкий и Чавовский. Всего по области застается убрать крыху больше за 3 тысячи гектаров сенажатью. По информации об сельгазхарша, завершить первый укос шматгадовых трав в области плануется до 20 червня.